Здравствуйте, дорогие друзья. Добренько, блин, добренько. Ну что, поехали. Подписчики и донаты, ну это, конечно, важны. Все важно. Если ты занимаешься ютубом, как может быть, это не важно. Ну что, поехали. Действующие персонажи, Джилл, долбоёб Вескер, оборотни, блядь. Я у мамы дурачок, блядь. И это зомби. Зомби. Больше фэнтези какая-то хренобора, блядь. И пораньше люди верили в каких-то вот там, блядь, людей, которые в полнолуние превращаются, блядь, в недоживотное, блядь. Помесь человека с волком там каким-нибудь. Зомби бывают классические, зомби бывают такие, как в пятом, в четвертом, которые заразились от этой, от Лас Плагас, от другого совсем вируса. Вот. Но это вот что-то такое научно, из ряда научной фантастики. Откуда, блядь, действующие персонажи, Джилл, долбоёб Вескер, как оборотни, блядь. Я у мамы дурачок, блядь. И это зомби. Зомби. Больше фэнтези какая-то хренобора, блядь. Откуда, блядь, подобные существа, блядь, в мире научной фантастики и сеттинга Resident Evil, спрашивается? Но, на мой взгляд, это, блядь, неуместно. Конечно. Привет, Хабиб. Конечно. Привет, Хабиб. Ну, охуенно, привет.